Каждый раз своим задором они дарят зрителям «Sonnenschein». Так и называется их вокальный ансамбль. В переводе с немецкого «Sonnenschein» — «Солнечный свет». И сегодня они отмечают свое 5-летие. В коллективе в основном потомки поволжских немцев. Своим ярким концертом в Доме народов Алтая, на который приехали даже гости из немецкого района, солистки закрывают проект «Sonnenschein für Freunde» – «Солнечный свет для друзей». Цель проекта, которую реализовали по госпрограмме «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» – создать условия для сплочения российских немцев, проживающих в регионе. Ведь сегодня далеко не все алтайские немцы знают немецкий язык. Дети с большим трудом запоминают слова. Очень сложно им это дается, потому что дома родители почти не говорят. Создание таких ансамблей очень важно. Во-первых, это для того, чтобы дети слышали, и если им нравится то, что они видят со сцены, они тоже хотят быть участниками. В репертуаре ансамбля «Sonnenschein» и обрядовые, и патриотические, и молитвенные песни, и просто зажигательные. У нас есть шуточные песни, потому что немецкий народ, он очень веселый, он никогда не унывает, несмотря ни на какие жизненные коллизии. И он очень вот это иллюстративно переносит в свое вот песенное творчество. Вот сегодня мне сделали представители немецкой национальности комплимент, что мы в принципе понятно и все правильно делаем. Это самое главное для нас, что понятен наш язык, понятен то, что мы несем, тем самым мы его сохраняем. Вот. И будем изучать дальше традиции, копать как бы вглубь, но и развиваться. Ерцель, мама, дай не тройме, Ерцель, бесиндиш, петенахт. И все. Говори со мною, мама, о чем-нибудь поговори, до звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Кстати, сегодня ансамбль ждет в свою команду новых участников. Главное – хотя бы уметь читать на немецком языке, чтобы стать частью дружной семьи, которая поет и ведет интересную досуговую жизнь. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.